Арка главного входа на ВДНХ, построена по второму открытию ВСНХВ в 1954 году в духе имперской архитектуры Древнего Рима, как знак славы советского народа, победителя в Великой Отечественной войне. Она открывает центральную аллею, главную ось выставочного города, воплотившего в себе триумф Великой Победы и первые успехи в деле послевоенного возрождения страны. Колонны украшены барельефами с изображениями представителей сельскохозяйственных профессий. На фризе над центральным проемом арки барельеф с изображением герба СССР, погружение знамен. Венчает арку скульптуры тракториста и колхозницы, которые возносят на 32-метровую высоту с ног колосьев, символизирующих тяжелую промышленность и сельское хозяйство.